Подпорные стены в Севастополе – одни из важнейших сооружений. Город выстроен на холмах, склоны которых нужно удерживать от разрушения. В 2016 году правительство Севастополя получило проектную документацию на ремонт 43 подпорных сооружений. Работы начались на 34 объектах. На сегодняшний день 10 подпорных стен уже полностью сданы, а оставшиеся практически все в завершающей стадии и в течение месяца будут тоже сданы. На эти цели в городском бюджете было заложено почти 168 миллионов рублей. В конце июля этого года утвержден перечень подпорных сооружений, требующих безотлагательного ремонта. В него вошли 16 подпорных стен, на которых будут произведены строительно-монтажные работы на общую сумму в 107 миллионов 400 тысяч рублей. У нас уже имеются готовые проекты. Мы в настоящий момент проводим конкурсные процедуры на 12 подпорных стен. Эти объекты у нас будут переходящими с 2017 на 2018 год, то есть окончание строительно-монтажных работ будет завершено, запланировано на середину следующего года, то есть примерно до 1 июля. Севастопольские подпорные стены системно и основательно не ремонтировались много лет. Некоторые объекты находятся практически в аварийном состоянии. В основном это стены, сложенные из известняка. Они разрушаются, проседают и становятся опасны для людей. Подпорная стенка на улице 4-я Бастионная. Это подпорная стенка по Рябова-Шмидта. Ограждение первой городской больницы. Красный спуск, троллейбусный спуск, там проблемные. Они, кстати говоря, и в этом, и в прошлом году там были обвалы. Кстати говоря, это тоже стенка, которая требует скорейшего вмешательства и ремонта. Длина этого подпорного сооружения более километра, поэтому ремонт будет стоить почти 80 миллионов рублей. Всего же до 2020 года в Севастополе по программе развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства отремонтируют около 70 подпорных стен. Елена Анисимова, Виталий Козловский, Севинформбюро.